Всем привет, с вами Ангелинка, сегодня проведу рум-тур. Сейчас мы в гостях, и сейчас ночь, поэтому я провожу эту ночь. Так что мы в гостевом доме, поехали! Как что, вначале дверь. Пойдем направо. Ну, здесь ботинки, штор, стол, холодильник, но в нем ничего нет практически. Ну как, вот из еды я имею в виду. Кушаем мы в главном доме. Там... душ, умывальная, и здесь еще вот комната, там сейчас спит папа и так, а тут низ, но там ничего нет. Так, каминчик, такой второй, теперь здесь есть второй этаж. На первом этаже даже есть самовар. Такие занавесочки с как петухами. Здесь тоже раковина и такое. Нужно там выкладывать туалет? Надеюсь, вам понравился мой рум-тур по гостевому дому. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что мне снимать. И всем пока-пока!